говорю, еще раз, не везде. Где есть возможность укрыться людям, которые оказались без дома, может быть, да? Это как раз те места, которые позволяют где-то отправить, естественно, надобности. Я просто к чему говорю? Какой здесь запах, какие здесь дома, какие тут дети, да, могут ходить и что они могут впитывать. Поэтому установление павильонов обязательно должно быть. Но одновременно понимать о том, что в некоторых случаях это способствует таким злачным местам, которые мы сейчас видим.